Здравствуйте, дорогие друзья! Я Бахтиёр Шохев, народный целитель, мануалист. Занимаюсь позвонками, лечим позвоночники. У меня есть такое обращение к просвещенным людям. Если есть просвещенные институты, просвещение общества, дайте мне знать. Я очень хочу общаться с просвещенными людьми, брать у них знания и отдавать свое знание. Когда я лечу позвонки, я вижу живую энергию человека, можно сказать, ауру в прозрачном виде. И я не могу сказать свое мнение. Вернее, боюсь сказать свое мнение, что у меня есть в мыслях. Боюсь это все сказать. Поэтому, если кто просвещенный, или есть общество просвещенных, или есть институт какой-нибудь просвещенных, я хочу с ними общаться, хочу брать у них знания и отдавать свое знание. Хочу общаться с теми людьми, кто может меня понять, кто считает меня за человека без фанатизма, кто может словить мои мысли, кто может словить мои слова. И то, что я говорю, хочу передать свое послание, хочу передать свое знание. Очень прошу, если есть такое общество или институт, обязательно сообщите мне в моем мессенджере или мой телефон. Я обязательно поставлю во внизу ролика. Очень прошу вас, поддержите и помогите мне. Как мне тоже сказать свое мнение и отдавать то, что у меня есть, дать людям так, чтобы меня тоже поняли. Спасибо вам всем.